Члены краеведческого общества «Прииртышья» помогли жительнице семьи и историку из Каменногорска передать в Центр документации новейшей истории ценные материалы со времен войны и не только. Мы стараемся передавать сюда документы, которые попадают нам в руки, которые представляют историческую ценность не только для краеведов, но для, я не побоюсь этих слов, для всего человечества. Потому что архив – это то место, где хранится подлинная история. Во всех остальных местах она может быть иной. И вот нам попали в руки документы, связанные с фронтовой историей Ивана Ивановича Нетроненко. То есть его дочь через наших коллег передала их нам с пожеланием сохранения. Но хранить дома фронтовые фотографии, фронтовые письма мы считаем недопустимым. Поэтому вот сейчас мы их передаем в архив. Дочь военного Ирина Мазина согласна с мнением краеведов, поэтому передала в архив на хранение фотографии и письма отца времен войны с фашистской Германией. Присутствующим на мероприятии детям она рассказала их историю. Я пришла, чтобы передать семейный архив военных лет моего отца. И подробно об этом рассказала нашему подрастающему поколению. Фотографии, его произведения, потому что папа любил сочинять стихи, писал прозу про своих однополчан. Это дорогого стоит. Есть фронтовое письмо, в котором жена друга пишет, как правильно сочинять стихи. И с помощью этих драгоценных листочков папа писал свои стихи, боевой листок. Отец Ирины Мазиной, Иван Нетруненко, был контрразведчиком военной контрразведки СМЕРШ. Его дочь хочет, чтобы такие ценные бумаги не лежали дома просто так, а приносили пользу обществу. В архив краеведы принесли и другие документы. Один из историков спорта из Каменногорска, Виктор Подрожев, передал в архив книги и фотографии, связанные с историей спорта города Семей. Ботагоз Дандыбаева, Адильжан Бейсенгазинов, телеканал «Семей».